радуюсь, но при этом я уже эмоционально устала. И поэтому слезы эти дни для меня были очень сложными. И уже как бы не хватает эмоций. Ну, находиться на Олимпийских играх и стараться представлять нашу страну. Счастье, наверное, и небольшого огорчения, но при этом я, безусловно, счастлива. Было 7 часов. У нас был один перерыв 20 минут, и я сидела, наблюдала. Это было сложно очень. И буду надеяться, что я это буду делать максимально настроюсь и покажу свои результаты.